Изюминкой празднования стало прибытие в наш город участников исторической реконструкции конного похода Александра Невского «Александрова дорога». Многие новгородцы смогли полюбоваться зрелищным шествием и показательными выступлениями. Подробнее Арина Аксенова. Вот пред тобой, княжич, первый ворог, руби его своим мечом булатным. Примерно так начинался путь славных побед князя Александра Невского. Разумеется, по версии создателей спектакля об этом неординарном человеке. С яркого музыкального представления в уличном театре «Садко» стартовал фестиваль исторической реконструкции. И, пожалуй, такого погружения в атмосферу 13 века новгородцы еще не переживали. Несложно потеряться во времени, когда над Волховом вдруг появляется настоящая княжеская дружина верхом и в полном боевом снаряжении. Это участники конного похода «Александрова дорога», который следует из Переславля-Залесского до Изборска. На новгородской земле реконструкторы остановились показать свое военное мастерство. Отлично! Лагерь реконструкторов развернулся на Ярославовом дворище на все выходные. Здесь остановились около 100 пеших и конных дружинников из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. И открыли мастер-классы по кузнечному делу, ткачеству и оружейному мастерству. Но изюминкой фестиваля, конечно, стали поединки всадников. Военно-прикладные упражнения, работа с копьем, с мечом, работа по щиту, по кольцу, по рубке капусты. Для меня ничего нового, но я надеюсь, что зрители соскучились, потому что этого давно не было в городе. Новгородцы действительно соскучились по празднику, поэтому активно поддерживали реконструкторов. А прекрасные дамы даже жертвовали своими платками для одного из состязаний. Во времена Александра Невского все это были сугубо мужские забавы. А в наш просвещенный век оружие доверяют и женщинам. Вообще-то капусту я рублю профессионально, но в стиле 13 века делаю это первый раз. Попробуем. Вообще, все здесь несложно, нужно просто представить, что это голова бывшего. Чтобы достойно завершить фестиваль, осталось лишь крепким дружинным строем остановить тевтонскую свинью. И снова наши победили. А значит, княжеская дружина может спокойно покинуть Великий Новгород, чтобы продолжать свой путь по городам, в которых Александр Невский оставил след 8 веков назад. Арина Аксенова, Максим Лебедев, новости, Новгородское областное телевидение.